ты решил меня вот забрать, ты готова? Или же просить исцеления? Или что делать? Желать людям здоровья. Понятно. Не спасибо. Надо так беспокоиться. Нельзя будет придумать какие-то слова, которые тут же снимут у тебя страх, если ты проговоришь эти фразы. У каждого из вас разная степень привязанности к жизни, разная степень страхов, которые вы имеете. И это по-разному может сказываться. Поэтому тут искать возможность, какими фразами, обращениями к Богу можно тут же избавиться от страха, неверно. Главное, от помни. Боли. От боли? Может, а зачем? Всякую боль, которую приходится вам претерпевать, и которую вы не в состоянии убрать у себя, она вам нужна. Пока это болит, и вы в этот момент правильно воспринимаете реальность окружающую, перестаете беспокоиться о себе усилием воли, начинаете выражать беспокойство в окружающих. Вот эта победа очень важна над собой. Тем лучше у вас происходит процесс очень активного очищения вашего опыта, который вы уже приобрели. Боль помогает очистить вам себя. Это как сунули пальчик в огонь. Больно будет. Но мы здесь о другом огне говорим, который способен зажечься у вас внутри от переживаний о чем-то. И вот, когда мы говорим об очистительном огне, это прежде всего мы подразумеваем огонь, который загорается в вашем эгоизме. То есть вас начинает что-то зажигать внутри, начинаете пугаться. Ваш внутренний испуг и, соответственно, связанное с ним волнение подталкивает вас к каким-то действиям, характерным действиям, которые призваны удовлетворить именно этот страх. То есть он характерный позыв дает вам. И вот тут уже дальше самое главное. Это ваш выбор. Куда вы шагнете? Рожденный, естественно, страх, который характерен тому, что у вас внутри есть, как слабость. Он есть, он будет для вас, конечно же, желанным. Эти помыслы, которые будут рождать ваш страх. Они будут желанны, потому что они рождены вашим естеством. Оно не придумано. Оно не взято со стороны, оно ваше. Вы начинаете переживать. И, соответственно, все желания, которые будут в этом случае рождаться, они так и называются. Это желание ваше. Вы желаете этого. И вот тут нужна сила воли.